Всем привет! Смотрим двухспальный дом в районе Банкау. Достаточно интересный дом, симпатичный резорт. Давайте обо всем по порядку и начиная свой осмотр с кухни. Кухня выполнена достаточно приятно. Есть все необходимое, там рисоварка, чайник, раковина, двухкомфорочная электроплита, тостер, микроволновка. Там находится вытяжка принудительная, есть москитные сетки вот здесь. А вот здесь находится окно, что приятно, когда вы моете посуду, вы можете смотреть на зелень. Там находится бассейн, мы его посмотрим чуть попозже. И, например, вот здесь вот кушать, обедать и сразу подавать еду из кухни на террасу. Очень удобно. Касаемо комплектации. А, ну вот, есть посуда. Достаточно неплохо комплектована. Посуда убрана, так как никто не живет. Ну, я вижу, что есть немножко сковородок, какие-то кошики, штука. Я думаю, что хозяйка может предоставить что-то еще дополнительно. Так, давайте смотреть дальше. Двухкамерный холодильник, хороший холодильник. И кухня постепенно переходит в гостиную. Гостиной как таковой большой отдельной нет, но вот есть вот такое решение: гостиная плюс кухня. Что здесь есть? Большой телевизор, замечательно. Такая вот тумба, играющая роль журнального столика, и вот такой вот такая большая скамья с матрасом, выполняющая роль дивана. Ну, в принципе, здесь можно достаточно комфортно расположиться. Сам по себе дом выглядит хорошо, он не убитый. Мебель также в хорошем состоянии, хотя они дома эти не совсем новые. Есть москитные сетки, хорошо. Так, давайте смотреть спальни. Заходим в первую спальню, видим двухспальную кровать. Не обращайте внимания, так как здесь никто не живет, поэтому в целях того, чтобы сохранить кровать, накрыли вот такой вот пленкой, чтобы ни пыль и ничего не выцветало. Но мы можем заглянуть и посмотреть, как выглядит постельное белье. Достаточно хорошее постельное белье. Матрас не жесткий. Хорошо, деревянное основание. Видим, что есть прикроватные тумбочки, такой оригинальный светильник, окна. На окнах есть москитные сетки, достаточно много окон и много естественного света. Шкаф, сушилка, корзина для белья, замечательно. Вешалки, ну и шкаф достаточно вместительный, и вот там находится кондиционер. Давайте смотреть дальше. Дальше мы посмотрим вторую спальню. А вот здесь хозяйка любезно приготовила уже кровать, она убрала пленку. Как это будет выглядеть к вашему приезду? Видим, что есть и полотенце она предоставляет. Видим большую кровать, king size. Хорошее, приятное постельное белье. Так, есть москитные сетки. Вот сейчас вот здесь я нахожусь в теньке. Здесь достаточно хорошо продувает, окна открыты. И вот здесь москитные сетки. Также прикроватная тумбочка, светильник, все замечательно. Несмотря на то, что эта комната находится в тени пальм банановых, вот там бананы растут, и кокосовых, здесь вот в жару достаточно комфортно. У этой спальни есть также кондиционер, но нет шкафа. Много розеток. Можно, в принципе, поставить рабочий стол и работать. Ну и давайте посмотрим санузел. Санузел здесь получается один. Нареканий нет. Он не такой большой. Хотя все же, на мой взгляд, нарекания есть. Во-первых, нет поддона. Душевая зона достаточно маленькая. То есть вот здесь находится душ. Тут же находится сразу же уборка. То есть если я сейчас закроюсь вот здесь вот. Получается, что немножко тесновато. Тесновато. Вот здесь вот есть подставка. То есть он не такой просторный санузел. Но хотя бы шторка есть, это хорошо. То есть брызги на унитаз попадать не будут. Раковина, розетка, зеркало. Хорошая плитка, мне нравится. Также есть окно с москитной сеткой и вытяжка. Замечательно. Ну что ж, давайте посмотрим террасу. Терраса выполнена хорошо, мне нравится. Вот такой вот стол, 4 стула.
Вот там находится уже другой дом, соседский. То есть плотность застройки здесь, в принципе, вот такая. Вы сами видите. Вот здесь находится дополнительная скамья. Это замечательно. Закрывается вход калиткой. Ну и, конечно, здесь плюс в том, что здесь очень много зелено. Кустики достаточно хорошо убраны. И давайте посмотрим территорию. Территория здесь, в принципе, небольшая. Все выложено вот такими замечательными дорожками. И вот там, так, есть вот такой душ. До и после мочеприемного бассейна и непосредственно сам бассейн. Бассейн выглядит замечательно. Сейчас, так как здесь никто не живет, немножко вода приспущена. Вот, но он большой. В нем комфортно, я думаю, плавать. Здесь пару лежаков, они накрыты. Я думаю, что есть еще лежаки. Вот там находится детская зона. Вот там такое местечко, где можно посидеть. Я думаю, что там, когда постояльцы находятся, раскрывают зонты, чтобы не пекло на солнце. Посмотрим, что еще есть на территории. Какой-то мини-огород. И вот здесь есть парковка. Здесь есть парковка, так что, в принципе, все хорошо. Мне домик понравился. Касаемо расположения. Расположение здесь Байкал. Вы должны понимать, как здесь жить. Без транспорта здесь делать нечего. Место достаточно тихое. В принципе, до магазинов недалеко. В пределах там все 5 минут. Пляж, он не купабельный. Но с него можно добраться до таких соседних островов, как Ко Тан, Ко Мацун. То есть там есть лодочники, которые вас любезно отвезут. Поэтому, в принципе, кто знает, как жить в Байкал, я рекомендую обратить внимание на этот объект. Цену смотрите у нас на сайте. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.